Неделя началась с дождей и апрельской прохлады, но, по заверениям синоптиков, завершится почти летней жарой. Активные атмосферные фронты должны оставить в покое. Карпаты тем временем укрыло белым одеялом. На высокогорье может обрушиться до 35 сантиметров покрова. Снегопад и метель в украинский регион пришли с активным циклоном. Сейчас там минус 3 и порывистый ветер. Туристов попросили не подниматься в горы. Столица Ирландии тоже замерзает. В город пришел шторм Эмма. Власти ввели чрезвычайное положение. Из-за дождя и снега сложно передвигаться по дорогам. В Бобруйске ближайшие ночи будут морозными. Цветы на клумбе, а растения в огороде лучше утеплить, накрыть пленкой, нетканым материалом или соломой. Завтра осадков ждать не стоит. Ветер северо-западный, умеренная влажность и не больше 60%. Температура воздуха ночью 6-8 выше нуля, местами до минус 2. Днем потеплеет, столбики покажут 11-13 плюсом. Кристина Ильянс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.